Питанням звільнення і військових, і цивільних полонених опікується голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Цю інформацію підтвердив президент Росії Володимир Путін під час своєї щорічної прес-конференції. Действительно, Виктор Владимирович очень близко к сердцу это все принимает, все эти проблемы. Но совсем недавно вот он был тоже и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в недалеко от Керченского пролива. Ставил вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Но вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. И должны мы, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине.